Друзья, привет! В этом видео всего за 3 минуты мы научимся с вами из такой фотографии делать такую футуристическую или более реалистичный вариант, вот такой. Поехали! Метод разберем на этом снимке, сделаем его таким, а потом таким. Итак, делаем копию изображения, идем в каналы, выделяем синий канал, создаем копию синего канала, идем в изображение, корректировка, каналы. И в окошке регулировки канала ползунками создаем такое изображение, при котором светлое станет белым, а темное черным, но при этом сохранятся контуры объектов. Нажимаем ОК, черной кистью закрашиваем все белые дыры, а белой кистью устраняем черные пятна, если такие есть. Все белое будет прозрачным, а черное нет, поэтому нам дыры и пятна не нужны. Удерживая Ctrl, наводим курсор на миниатюру копии синего слоя, пока не появится квадратик на курсоре, клацаем левой кнопкой мыши, выделяется маска. Удаляем копию слоя, переходим в изображение, нажимаем значок маска и инвертируем маску кнопками Ctrl-I. Перетаскиваем снимок звездного неба, выбираем нужные положения и размер, жмем галку и перемещаем слой с небом под слой с деревом. Выделяем верхний слой с деревом, создаем пустой слой, смотрим, чтобы активный был черный цвет, нажимаем Alt-Delete, пустой слой закрасится в черный. Удерживаем Alt, курсор между верхними двумя слоями, когда появится стрелка, нажимаем левую кнопку мыши. Теперь верхний слой обтравочный, и он действует только на слой, который под ним. Понижаем прозрачный слой с черным цветом до легкого проявления рисунка. Перетаскиваем фото Луны в формате PNG, делаем Луну нужного размера, выбираем положение, жмем галку. Слой с Луной ставим между звездным небом и деревом. Сделаем тонировку снимка. Создаем слой карты градиента, двумя кликами на градиент активируем окно, в котором меняем сначала тени на нужный нам цвет, потом меняем свет. Жмем ОК и подбираем нужную непрозрачность слоя. Сделаем веселее небо. Создаю слой Hue Saturation, ставлю его над небом и делаю обтравочную маску. Теперь регулировка затронет только небо. Пошаманим немного, чтобы получить нужную насыщенность и оттенки. Смотрим. Было. Стало. Отлично. Делаем второй вариант. Выделяем слой с луной, нажимаем Ctrl-T для того, чтобы изменить размер луны, передвигаем, жмем ОК. Фото готово. Теперь можете креативить, сочинять свои сюжеты, удивлять зрителей и собирать лайки. Если видео было полезным, не забудь поставить лайк. Обязательно подпишись, если еще не подписался, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик, и поделись этим методом с друзьями. Скинь ссылку на мой канал или видео. На этом, друзья, все. Желаю вам удачи, до новых встреч.